публикую свой рассказ, написанный 4 года назад под названием «Остров». Рассказ этот в основном об описании природы, далекого детства, ну и каких-то таких мыслях, которые приходили тогда. В основном, конечно, здесь акцентирование на описании природы. Итак, начинаю. Остров. Огненный шар вставал далеко за лесом. От земли шли волны прохлады, которые собирались капли росы на еще холодные после ночи травы. Природа пробуждалась от сна, словно красавица, спящая на зеленом пологе лесов, полей и синем зеркале озер. И все ей было подвластно. Серебристые рыбы в реках, нежнокрылые бабочки и даже могучие майские жуки. Своим жезлом в виде тонкого прутика она сейчас будила разных козявочек, мирно спящих в траве, муравьев в муравейнике. Легкими неслышными шагами подкрадывалась она к заснувшим птицам, будила рыб, неподвижно застывших в омутах. И вся эта живность начинала летать, ползать, плавать и наполнять округу звуками, из которых соткана наша земная жизнь. Тонкой извилистой змейкой бежала тропинка по берегу реки. В том месте берег невысок и расстилается ровным плато, поросшим полынью, резедой, коноплей, а местами у самой воды мать и мачехой. Далеко-далеко у самого горизонта тропинка пряталась в заросли ивняка и пропадала из глаз. В этот ранний утренний час, когда молочный туман только-только поднялся над берегом и вскоре растаял, растворился в теплом июльском воздухе, вокруг не было ни души. Но вот сверху со стороны деревеньки Калаганова задвигались две маленькие точки. Спускаясь вниз покруче, они стали расти, расти, и когда поравнялись с местом, где из воды торчал ржавый остов лодки, превратились в двух мальчишек лет 10-11. Мальчишки шли гуськом, довольно быстрым шагом, неся в руках удочки из побегов ивы. Один нес банку с червями, а другой садок для рыбы. Первый рыбак, рыжеволосый, с конопушками на всем лице, черты лица у него тонкие, правильные. А второй был шатен, его немного портили полные губы, зато при улыбке он обнажал ряд ровных, ослепительно белых зубов. Рыжеволосый был худощав, а вот его друг обладал телом атлета с уже обозначившимися цепочками мышц. Экипировка рыбаков соответствовала сезону: шорты и сандалии. Пока автор пытался с помощью 2-3 мазков кистью набросать портрет героев, они миновали все видимое пространство и скрылись в зарослях ивняка. И снова вокруг царило безлюдие, ничто не нарушало покой. Лишь некая птаха, недоверчиво склонив на бок головку, проводила их недовольным «цвир-цвир-цвир». Все так же неспешно несла свои воды река, трава на берегу пошла волнами от налетевшего ветра, а солнце скрылось за плотное. Эх, комаро здесь тьма. А, кожа зудит. Такие реплики бросали рыбаки, продираясь сквозь плотный кустарник и задевая удочками за ветки. Петька, рыжеволосый, первый раздвинул руками кусты и вышел на берег. У самых их ног шумела река, огромным потоком, заполняя русло, исчезая тут же за подходящими к самой воде кустами. Чуть поодаль из воды поднимались стебли осоки с краями, острыми, как лезвие бритвы. Они то клонились вслед за течением, то вновь выпрямлялись. А дальше снова шла водная гладь, и все остальное пространство заполнял остров. Хотя вряд ли его можно было назвать островом. Скорее островок, длиной 10 метров, до шириной 2 метра. Заросший ивняком и с песчаной косой у южной оконечности. В детстве все предметы имеют совсем не тот размер и значение, что в зрелом возрасте. Небо кажется бездонным, река превращается в море, а небольшой островок – в
остров. Ребенку ведь надо приложить лишь каплю фантазии, и то, что взрослый видит в черно-белом варианте, у него окрашивается во все цвета радуги, преображается в сказочный, нереальный мир. Мальчишки вошли в протоку, отделявшую берег от острова, и, держа на весу одежду и удочки, двинулись наперекор течению. Сначала вода доходила им до колен, затем ее уровень поднялся до пояса, а вскоре стал доходить уже до плеч. Мощный стремительный поток ревел, заглушая все звуки, налетал на них, стремясь сбить с ног и отнести от цели. В одном месте Петька оступился, зачерпнул воды в сандалии. А Генка, его друг, уже вырвался из цепких объятий реки и бежал по песчаной косе, пока приятель его еще боролся с течением. «Эй, поднажми!» – закричал Генка. «Сейчас только мощность добавлю!» – отшутился Петька. «Догоню до 100 киловатт!» Ну вот уже и он выскочил из воды и помчался по отмели, шлепая ступнями и поднимая фонтанный брызг. Пока рыбаки переводили дыхание, капающая с их тел вода вызвала резкое охлаждение, и кожа у мальчишек вся пошла мелкими крапинками. А здесь еще поднялся ветер и забрал последние граны тепла. Первое, что они сделали, это выжили плавки и надели рубахи. Молодая кровь быстрее побежала по жилам и согрела остывшие тела. Петька поднял голову и, сделав руку козырьком, смотрел, явно наслаждаясь открывшимся пейзажем. Река здесь круто поворачивала. Но отсюда, с песчаной косы, просматривалось далеко-далеко вдаль, почти до самого переката. Прозрачное зеркало, где-то тронутое рябью, а где-то украшенное стеблями камыша. Яркое солнце щедро бросало свои лучи в эту прозрачную линзу, и они, входя в воду под разным углом, создавали десятки бликов, ослеплявших и радовавших глаз. Небо, с утра девственно чистое, к этому времени уже заполнилось снежно-белыми подушками облаков, идущими бесконечной вереницей от края до края. «Петька!» – донесся чей-то крик, и эхо стало дразниться из-за кустов ивняка. «А-а-а! Откликнулся кто-то на другом берегу. «Может быть, это леший решил попугать?» Маленький рыбак повернул голову и увидел, что друг его ушел далеко по отмели и стоит, закинув удочку и насмешливо глядя на него. «Эй, ты уснул, что ли?» «Да красиво уж больно». «Красиво! Давай уже, рыбач!» Петька стал разворачивать леску на удилище. Леска слежалась и скатывалась в кольца, норовя собраться в узлы. И лишь изрядно намаявшись, он расправил ее, и тогда быстро... Сначала рыбак стал лицом к берегу и забросил снасть в ту протоку, откуда они пришли. Но здесь оказалось слишком быстрое течение, и наживку сносило прямо к самым кустам осоки. Петька переменил позицию и развернулся к противоположному берегу. Это решение оказалось удачным, и вскоре поплавок запрыгал, ныряя в воде. Рыбак подсек, и на песок шлепнулся пескарь средних размеров. В продолжении ближайшего часа Петька выловил еще 6 пескарей и одного окуня с ярко-красными плавниками. А над ним неслись облака, все сильнее разбухая и наливаясь лиловой чернильной тяжестью. Где-то в кустах на берегу птица старательно выводила «пиу-пиу-пиу-пиу». Налетал время от времени ветер, свистя леской и покрывая поверхность барашками волн. Генке повезло больше. Он поймал 9 пескарей и 3 чебаков, плоских, словно блин, и ослепительно сверкавших на солнце чешуей. Солнце, чистый воздух и удачная рыбалка, видно, оказались слишком сильным возбудителем для него, и вскоре он бросил удочку на отмель, с разбегу сиганул в воду и поплыл, бултыхая ступнями и поднимая шум на всю округу. Какая-то неистовая, бесшабашная радость захлестнула и заполнила его с макушки до пяток. «Генка!» – заорал Петька, багровея от возмущения. «Ты что, обалдел? Как мы рыбачить-то будем?» Но
Но ответом у него стал лишь неистовый хохот и очередной удар. На некоторое время весь мир наполнился криками, смехом, целыми каскадами брызг, поднявшимся, казалось, до небес. Когда же мир снова пришел в равновесие, то на отмели обнаружились двое мальчишек, сидевших на корточках и уплетавших за обе щеки принесенные из дому нехитрые припасы – помидоры и картошку. Ворона, севшая на ветку напротив острова, укоризненно смотрела на них, кося черным глазом, и, внезапно сорвавшись, полетела через реку со злобным криком «Как? Как?». Где-то далеко, у самого переката, ударила хвостом щука, словно выпалили из пушки. «Как думаешь, а сколько сейчас времени?» – спросил Петька. «Да уже больше 3 часов», – заявил Генка, воткнув в песок палочку, измерив тень от нее. Они опять разошлись по своим волонным местам, но Генка так и не смог унять то веселье, что бурлило в нем, требуя выхода. Что-то распирало его изнутри и толкало на разные непонятные поступки. Не зря, говорят, бес вселился. А может быть, это просто организм жаждал движения. Сердце, легкие, все непрерывно насыщалось энергией, кислородом, и энергия эта хотела выброса в пространство. Он забрался на самую северную конечность острова, пытался рыбачить там, но вскоре бросил все и поплыл наперекор течению. Это хотя бы на время укротило ту несусветную силу, что бушевала в нем. Петька пытался некоторое время рыбачить, но прошел час, а ловля не клеилась. То ли виной всему оказалась послеобеденная дрема пескарей, то ли бес, вселившийся в Генку, разогнал всех их. Под конец Генка совсем распоясался и стал печь блинчики из камешков и металлов рядом с Петькиной удочкой. Уговоры и посулы дать по морде не возымели действия. Тогда Петька плюнул на все и присоединился к другу. Что оставалось ему? А вскоре золотистый диск солнца зацепил краем верхушки деревьев, и они засобирались домой. Из леса потянуло прохладой, тени деревьев протянулись через всю реку и достигли противоположного берега. Птичий гомон затих, со стороны деревни послышалось мычание коров. Это пастух вел колхозное стадо. Рыбаки собрались, свернули удочки и тронулись в обратный путь через протоку. Петька последний раз оглянулся на остров. В золотых закатных сумерках остров словно озарился неким волшебным, неземным сиянием. Казалось, он прощался с ними навсегда. И действительно, сколько раз Петька приходил в эти места и рыбачил рядом на карасиной заводи. Но уже никогда он не переходил протоку, и остров остался в далеком-далеком детстве. Навсегда.